Занятие по развитию речи. Тема «Овощи». Машенька, а сейчас мы с тобой тоже будем собирать урожай. Вот у нас корзиночка полная овощей. Давай достаем и называем. Машенька, что ты достала? Огурчик. Огурчик. Что это, Машенька? Свекла. Свекла. Это у нас что, Машенька, такое? Помидорчик. Помидорчик, хорошо. Это знаешь, как овощ называется? Репка. Умница, репка.